Я всегда вам говорю, если вы встречаетесь с другом в спаррингах на соревнованиях, дружбы нет, есть спортивный интерес. Если у человека есть такое понятие, как он чемпион в душе, значит он будет впереди всех, не только в спорте, но и так, в карате. Где-то через 3 недельки, в начале декабря, или так в середине декабря, выложу, кто первое место занимает, соответственно, я знаю, что туда есть.